Здорово, народ! Сегодня запись будет без вебки, потому что, ну, вы видите, что происходит здесь. Солнце долбит как ненормальное, поэтому вебку я оставлю только на буквально вступительный момент. Остальное будете смотреть без нее, поэтому давайте, я улетел, вебку я выключаю, раз, два. Все, и на этом мы начинаем. Собственно, мы с тобой еще что не попробовали. Мы с тобой не попробовали штаб, уничтожение, опорный пункт и нокаут. Поэтому давай их и запустим, посмотрим, как оно выглядит, посмотрим, как оно будет. Опять-таки, вебки нет, потому что солнце херачит как ненормальное. Я пока возьму и оденусь в этот момент. А ты меня не видишь, а потому что, а зачем тебе меня видеть? Это вообще, что с мужчиной происходит в зале? Ладно, пока так, посмотрим, как оно будет. Опорный пункт. Наверное, будет что-то интересное. Надеюсь. Ну, как Call of Duty, это должно быть интересно. Конечно, это обязано быть интересно. Эй, что, уже началось, что ли? Комплект один. А где мое оружие? Вот. О, вот появилось оружие, наконец-то. Что происходит? Где? Мне куда идти? Блядь. Как ты меня убил? Ну-ка, покажи. Понял. Да ты че угораешь? Как ты меня убил? Чем ты меня убил? А, тот же самый, я понял. Пушка на один выстрел у него какая-то ненормальная. Тоже такую хочу. Да, блядь. Откуда это? Ага, я понял, это опять однозарядный. Меняю магазин. Да, блядь. Опять этот ненормальный с однозарядкой, да? Да ты что тут? На втором этаже, что ли? Серьезно? Режим неплохой, режим мне нравится. Такой экшоновый прям. Заставляет бегать, прыгать и вот это вот говно, которое однозарядным чем-то стреляет. Подтверждение следующего пункта, ждите. Какое подтверждение следующего? Я еще до этого не добежал. Тихо. Однозарядный, я только кинул флешку, все, сразу меня убило. Опорный пункт под угрозой. Защищайте район. Световая пошла. Контакт у опорного пункта. Я не могу. Сменился. Захватите указанный район. Однозарядник опять этот. Я. Бля, как он заебал. Теперь прямой наводкой по ебалу сковородкой. Это однозарядник. Как он меня бесит. Поражение. Ну. Неплохой режим, но тут слишком много спавнов, которые убивают весь хороший геймплей. Штаб. Штаб должно быть что-то интересное, штаб должно быть что-то прикольное. Штаб должно быть что-то долгое. Скорее всего, я буду играть в большинстве своем в штаб. Цель. 4, 3, 2, 1. Побежали. Штаб. 10 патрон. А-а-а, чё так мало? Хорошо. Работает БПЛ союзника. Всем текст. Блять, у меня вот так вот тут вообще картинка дрыгается, несется в какие-то разные стороны. После штаба защищайте район. Подходит пацан к барыге. Типа, гранату за пятерку надо? Чё, блин, ну ты гонишь? Давай! На, держи! А вот за кольцо гони 200. Всем так стоит! Твою мать! Мы захватываем штаб! Перезаряжаю! Может быть, хватит? Сколько их? Это просто невозможно. Только трое осталось. Толку от минометов нет. 82 на 37. Ну да. Блять, там столько всего открылось, я уже не успел, да? Ладно, нокаут, смотрим, что это такое. Возьмите груз или устраните все угрозы. Ага! То есть здесь смерть. Работает БПЛА союзника.
Положил их снайпера! Груз брошен. Беспилотник готов к вылету. Они бросили груз. Захватите его. Этот раунд за нами. Победа. Хорошо. Хорошо. Так, захват груза мне нравится. Мне понравилось. Прошу поддержку с воздуха! Цель отмечена! Подрыв, есть попадание. Хорошо, одного я забрал так. Противника. Красота, поражение. Этот раунд проигран. В смысле поражение? Противник владел деньгами на... Да ну! Серьезно, что ли? Угораете? Нокаут. Я не понял, что такое штаб. Это вообще... Я не знаю, как попадать против этих людей. Встретился один на один с человеком, а он меня убил. Опять, снова, ты прикинь, досмотрел до конца ты, а оборвал видео я, ну вот как дебил. Ну, потому что у меня кончились футажи, я не знаю, что дальше вставлять. Ты видел, мувик закончился, дальше ничего не происходит, все, музыка, все, она прекращается, поэтому жди следующей серии. Завтра она выйдет или не завтра, я уже теперь не знаю. Почему? А вот потому что... Трудности. Контента много, времени вообще нет. Поэтому давай, я с тобой пока что прощаюсь. Опять-таки, спасибо, что досмотрел до этого момента, но мне пора идти.